Штыкин. Еще один футболист Фенербахче, который с первых минут играет. Гюней Гюнджель из Галатасарая. Передача налево. Не слишком удачно сумел разыграть. И вот атака 2-2 в исполнении турецкой команды. На пролом бежит представители этого дружного коллектива. Удар. Да, возможно забить хотя бы один гол у ребят в красном. Превращается, все больше превращается в эфемерную. Еще одно принятие на бедро. Это что-то уже из народной таджикской борьбы. Консервированная домашняя заготовочка в исполнении сборной Турции. Из глубины. И потом прорыв кого-то из партнеров. Хотя заметно, что каждый раз, когда передачу на выход получают нападающие сборной Турции, спросить. И что ж сразу-то так не пошло. В атаке турки тем временем. Подкат один, подкат второй. И все. Бракоса, но он вновь не добирается до мяча. Да, нужно вернуть мяч сейчас. Ну а вчера защитник сборной России по футболу. Да, друзья, был опасный момент сейчас у ворот сбор. Тут же 10 номер турецкой команды. Посмотрите, как здорово проходит. Двух футболистов соперника смещаются. В центр отдает передачу направо. Будет навес. Удар по воротам. И гол, друзья. Но это... На последний момент у ворот сборной Таджикистана. И ох ты, как обидно голкиперу таджикской команды. Мяч все-таки... Come on, come on, come on!